за регулируемым пешеходным переходом перестроишься в левый ряд. Почему-то по зеленому. Что такое регулируемый перекресток? Это перекресток, который регулирует потоки движения. Нам сейчас горит зеленый, видишь? КамАЗ справа, китаец остановился, левый поворот не включай. Поехали. Нам вот даже зеленый горит, а слева вот они стоят, им красный. Разве на пешеходном переходе так будет? Надо было выезжать в полосу разгона. Понимаешь, что перекресток, он одним разрешает движение, вторым запрещает. По очереди их пускает, да, потоки движения. А регулируемый пешеходный переход запрещает всем движения. Ты же сейчас выезжала на зеленый, поворачиваешь, горит красный, да, слева. Ну, тебе плевать, потому что ты выезжаешь на зеленый сигнал светофора.